У першій годині у нас був представник з чрезвичайних ситуацій у місті. Я казав, що у Фейсбуці люди через сирену писали багато повідомлень, вони скаржилися, що відбувається. Дуже багато питань. Так, багато питань. І от іноді соцмережі використовують як якусь річ корисну. А іноді у 95% у людей це якась залежність. Це як наркотик, я не знаю, вже є поняття така, як залежність від соцмереж. Тому сьогодні я запросив Євгенія Мосеєва, психотерапевта, який нам розкаже, у чому річ, і може трохи відкриє секрет, може якийсь є... Доброе утро! Доброе утро! Як цього позбутись? Доброго ранку вам! Вот такая у нас насущная тема про соцсети. Да, тема действительно очень актуальная. Как от этого избавиться? Ну, наверное, никак, потому что это часть... Как это понять изначально? Как человеку возможно? А как понять, что он находится в зависимости? Нужно постараться каким-то образом проконтролировать, сколько времени человек проводит в соцсетях. То есть это то время, которое ему необходимо там находиться, или это уже какой-то вот, ну есть такое слово серфинг, когда человек просто переходит с ссылки на ссылку, и это все, ну просто как прожигание времени. Вот. И ну, необходимо за этим наблюдать, конечно, в какой-то степени это у нас у всех есть. Потому что соцсети... Есть ли какие-то допустимые нормы проведения времени, то есть какое ограниченное время нужно проводить в соцсетях? Рекомендованное? Ну, четких рекомендаций нет, потому что, понимаете, соцсети настолько широки, что кто-то может использовать их в рабочих целях. А якщо от не враховуючи роботу, а от на просто проведення з власного часу, якось на розваги? Ну, желательно, чтобы соцсети минимально использовались, посмотреть, где будет какое-то мероприятие, о котором ты узнал, и посетить это мероприятие. То есть соцсети – это суррогат общения. Они, с одной стороны, помогают нам в том общении, которое невозможно сделать в нашем таком высокоинтенсивном... Мобилизовать, я бы его сказала, это общение. Да, да, как бы мобилизовать, но вот само общение не должно все-таки происходить в сетях, потому что тогда получается, что происходит подмена какой-то вот... У меня один знакомый говорил, я телефоном пользуюсь исключительно для того, чтобы договориться о встрече, а не для того, чтобы ее обсудить. Вот. И мне кажется, вот такое вот, наверное, применение... Да. Будет единственно верно. Ну, на жаль, я не той знайомий, який користується телефоном тільки по роботі. У мене, от, Євген, така ситуація. Я от знаю, що в соцмережі не треба заходити, бо скоро спати треба. Вже завтра ефір, треба рано вставати. Але думаю, я зайду і просто подивлюсь, хто написав. Але я не буду відповідати. Я просто подивлюсь, хто написав. Заходжу, дивлюсь, хто написав. От на це повідомлення із 5 я відповім. От просто на одне. Так, стоп, одному відповів, але ще 4 людини є, я ще їх ображу, чи як. І от це затягую, такий якийсь самообман, що я просто на хвильку. Як воно так відбувається? А потім дивишся, і вже 1,5 годинки так повинен був спати. Поздно ложиться. Це кожного вечора в мене. Да, ну для цього потрібно просто заранее планувати, ну, наприклад, просмотр почти або просмотр повідомлень в соцсетях должен бути розпланований так же, як би це проходило без соцсетей. То есть человек смотрит корреспонденцию, посмотрел, сделал ответы, опять же разделять деловую информацию, там необходимо по-деловому кратко ответить, там, где это идет уже общение, там, где ты чувствуешь, что это что-то твое личное, то там необходимо, вот, как правильно ваш знакомый сказал, договориться о встрече, а общаться уже в реальном времени. Мені цікаво, все ж таки, напевно, соцмережі – це не проблема. Проблема у людях, тому що якби їх не було, то ми б відволікалися на щось інше. Мені цікаво, як би воно відбувалося, якби соцмереж не було. Це як ще можна назвати навіть виправдовування. У мене залежність від інтернету, наче є хвороба. Ну, яка ж це хвороба? Це ж наш вибір. Ну, понимаете, вообще, в принципе, когда мы говорим о зависимости любой, то это такое свойство личности человека, ну, глубоко зависит от чего-то. И в этом плане зависимость от, например, общения в сети, это лучше, чем зависимость от, например, там, переедания или чего-нибудь другого. Нужно понимать, что вот соцсети, это же, они же имеют свои корни, но вот в античные времена были форумы, когда люди приходили на площадь и там как-то общались. Вот те же самые, ну, знаете, такое выражение, пойти себя показать и людей посмотреть. Сейчас это в какой-то степени происходит в соцсетях, в том числе и через вот селфи, через то, что люди... показывают свои фотографии, смотрят чужие фотографии, лайкают их. И есть очень много смешных этих видео и тем. Обмен информацией происходит. Да, информация, и даже не только информация, но и вот оценивание. То есть если раньше люди выходили, ну и сейчас это, в общем-то, нормально, когда люди выходят куда-то, ну, вот в такие места нашего города, где ну просто вот пообщаться, то человек… На мероприятие, возможно. Да, человек ходит, и даже если мы не общаемся, то мы все равно встречаемся глазами и видим, как нас оценивают другие люди, представители противоположного пола. И это позволяет нам как-то вот увериться в нашей самооценке. А иногда, когда человек как-то находит в себе оправдание, почему бы этого не делать, он, получается, смещенные действия в соцсети и в соцсетях. Я считаю, что вот количество лайков, которое мне поступило, оно как бы заменяет какое-то одобрение общества. Исходя из этого, я хочу сказать, что человеку просто физиологически необходимо, получается, обмен информацией и какой-то энергетикой. Ну, общение, да, конечно, необходимо. А у мене є знайома, яка, я заходжу на її інстаграм, і там постійні якісь події, там вечірка яка, чи щось на кшталт того. Потім я її зустрів у реальному житті і кажу: слухай, у тебе життя якесь бурхливе життя. Він каже: слухай, Сергій, тобі чесно сказати? Я кажу: ну кажи чесно. Ну я десь один раз на тиждень, один на два рази тиждень десь вийду погуляти, швидко селфі, швидко фотографія, виклав в інтернет і так створюю імідж, що я така от бурхлива людина. Для чого людина може робити таке? Так, ось щоб імідж, що це, як це? Що касається Інстаграма, опять же, в Інстаграмі дуже багато є фітнес-тренери, ну, в основному це все почалось там Америка, Австралія, которые просто фотографируя себя каждый день, получали большое количество просмотров и потом начинали рекламировать что-то, и это бизнес. Поэтому здесь нужно эти вещи разграничивать. Если говорить о как бы таком зависимом поведении, то, вероятно, это такой способ как бы вести какую-то вот такую двойную игру. То есть какой-то такой, двойная получается. Вроде бы вот есть социальные какие-то вот атрибуты, но при этом я сохраняю за собой вот такую возможность вести, мало общаться. Но это же нельзя назвать нормой, в принципе, социального общения. Или не можно? Если человек избегает общения, то это, понимаете, норма или не норма, это вопрос такой тонкий, это может быть такое слово дезадаптивно, то есть это неэффективно. Если человек постоянно избегает общения и из-за этого делает какие-то вещи, которые не имеют никакого смысла, просто как каким-то образом так себя реализует, то да, это неэффективно, потому что если подумать, то вот такое поведение, к чему оно ведет? Дезориентация. Дисбаланс, правильно? Да, мы, если так вот нас рассматривать как-то с точки зрения биологии, физиологии, то любое наше поведение, оно целенаправленно, мотивация. Все мы делаем для чего-то. Да, должно быть для чего-то. Когда человек делает что-то, не знаю, вот те же самые, там, например, компьютерные игры или вот такой вот серфинг совершенно бессмысленный, то это просто убийство времени и способ не делать чего-то, способ избегать чего-то. Тогда это, конечно, это то, что является… Ну, не то, що не норма, але то, над чим можна працювати. Тобто це як виправдання. Я зараз зайду, просто перевірю пошту, це щоб іншими справами не займатися, правильно? Я от читав інтерв'ю Джорджа Мартіна, це відомий письменник по всьому світу, і він написав: будь моя воля, я би знищив всі селфі-камери по всьому світу, тому що кожен фанат хоче підійти до мене і саме це селфі зробити. Ви можете розказати про цей феномен селфі? Чому от… Не знаю, я сьогодні поїв гарно і треба селфі зробити, всім показати. Чому? Навіщо люди так роблять? Ну, видимо, вот в этом есть такое какое-то вот расщепление. С одной стороны, человек избегает общения, а у нас в нашем мире, чем тем более вот город более, чем ближе к мегаполисам, тем там люди более изолированы. И тогда человек вот этот недостаток общения, он реализует вот этими вот селфи. Касаемо… И важно, чтобы люди все бачили. Да, чтобы видели, и если это важные люди, но здесь это как бы немножко другой феномен, это просто какая-то причастность, потому что если я на изображении с кем-то другим, то это такое же что-то, даже на таком… Это что-то означает для человека. Да, я причастен, я вместе с ним, как такое что-то на мистическом даже уровне. Ну, взагалі, це я можу назвати це прокрастинацією просто. Це як спосіб відкласти, це лінощі, а соцмережі – це засіб. Не було б соцмереж, тоді б знайшли, там, телевізор би подивились. Там може прибрати у квартирі, все ще загодно, тільки не працювати. Тобто тут проблема не в соцмережах, а взагалі такі проблеми, як прокрастинація, правильно? Совершенно верно. Ну, раньше, когда не было соцсетей, то были форумы, такие городские, они были меньше, но все равно в размерах целого города. А до этого были скамеечки. То есть были же такие, в каждом дворе были скамеечки, где люди общались, и это общение не всегда было Продуктивным? Да, но иногда это было вот сидишь на скамеечке, общаешься, а как бы тебе как-то и не весело, и скучно, и то есть, ну опять же, это избегание чего-то. Я знаю про кого це. Отже ж в Україні у нас, отже ж важко. А що ми з цим будемо робити? Треба їхати. Треба, давайте поговоримо, посидимо, і завтра поговоримо. Точно, говорити це добре. Да, так. І так кожен вечір, правильно? Да, ну, в принципі, кстати, в Фейсбуці дуже багато теж таких от. Ну, так, сетях. Так, треба написати, як все погано, і да, нічого ми не робимо з цим. Так називаємо ті диванні... диванні, так, війська. А як з цією прокрастинацією взагалі боротись? Чи може якісь там якісь хитрощі психологічні є, на які можна не звертати увагу, на прокрастинацію, на щось якось... Якось зрозуміти, що праця, вона теж може бути веселою, щоб не боятися її. Ну, здесь, как, во-первых, нужно осознать эту проблему, понять, что посмотреть. Для этого нужно просто взять и посчитать, сколько ты времени проводишь в соцсетях и что ты от этого получаешь. И вообще, много ли тебе радости от того, что ты находишься в соцсетях. Потому что бывает так, что человеку ну, все равно скучно. Вот. Потом необходимо как-то, ну, опять же, распланировать. То есть, ну, например, вот эта вот штука, что... Если я отвечаю по работе там, на почту, я должен себе выделить 2 часа, когда я отвечаю на почту, предположим. Может быть, даже меньше. И какие-то вот другие вещи. А третье – это понимать, что, ну, опять же, это уже такая, ну, вот, необходима психологическая работа, понимать, чего человек избегает. То есть, скорее всего, он избегает чего-то, чего он боится. Ну, тут нужно работать над тем, а почему он этого боится, почему он избегает. И, то есть, избегание чего-то, чего я на самом деле хочу, но есть все-таки стопоры. Нужно проработать просто эти стопоры, и тогда… Таким образом, человек может самостоятельно в себе разобраться, без помощи специалистов, таких, допустим, как… Ну, здесь всегда так. Человек может разобраться в себе сам, специалист, особенно в психотерапии, там же нет никаких прямых воздействий. Там психотерапевт помогает расставить акценты того, что, грубо говоря, материала, который у человека уже есть. Да, человек может и самостоятельно это сделать, и потом, поскольку это же не какая-то там ну, клиническая проблема, то можно просто, если понять, что вот нужно над этим подумать, почитать какие-то в интернете, на самом деле, ну, материалы на эту тему. И главное понимать, что я хочу, и что, ну, например, я понял, что мне это мешает, и больше я так жить не хочу. Я хочу что-то менять. А как уже менять, это уже… Було б желання. Євген, а мені вчора дали таку пораду. У мене був ефір на радіо, і тема ефіру була прокрастинація, залежність соцмереж, ну, як і зараз. І мені дали таку пораду, може ви її доповните або ще дасте. От як я заходжу в соцмережі і кажу, от я на хвильку, буквально на хвильку я зараз зайду і просто подивлюсь. І так само мені дали пораду. От, наприклад, по університету треба зробити навчання, там якийсь там реферат. От ти просто от, скажи собі, Сергій, я просто от на 1 секунду просто відкрию зошит, от просто відкрию, і почну щось робити. Але на 1 секунду. Потім відкривається зошит і, ну, 1 сторіночку, просто 1 сторіночку напишу і пишеться. І так я вчора зробив весь семінар із 8 питань. Я просто собі казав, я просто 1 питання зроблю. Потім зробив ще 1 і якось воно втягує. Це те, що мені особисто допомогло. Але може така порада не всім допоможе, може якось доповнити, чи ще якісь поради є такі хитрощі психологічні, які допомагають дійсно працювати і не лякатись праці, яка тобі не подобається. Бо ми, коли щось не хочемо робити, ми себе виправдовуємо соцмережами і нудну роботу, і просто займаємося іншим. Ось так мене це врятувало, а може ще якісь поради мої. Тобто, якщо ми говоримо про те, що я знаю, від чого я як би збігаю, якої роботи в соцсеті, є така методика, та робота, яку складно робити, можна її як-то розбити на якісь сегменти і робити періодично, методично, але в небольшом объеме. Ну, например, ну такой классический пример, если человеку сложно убирать свою там, квартиру или где он там живет, то нужно разбить на отсеки и тратить на уборку, ну, предположим, там, не знаю, 20 минут в день, если вот он, я понимаю, что вот больше 30 для меня это уже немножко так тяжело. Значит, поставить себе чуть меньше время, 20 минут, и убирать только 20 минут не до какого-то результата, а вот 20 минут я просто убираю. В результате результат все равно будет. И пропадет страх того, что ну вот я берусь за что-то, что такое неподъемное и такое демотивирующее. Це те, що нам заважає. От я зараз почув, якщо я правильно зрозумів, думка про те, що справа вона важка. Це щось непосильне. Оце така психологічна. Такая, вот как смотришь на какую-то гору и думаешь, о боже, ее невозможно. Мне кажется, в таком случае нужно уже непосредственно думать в момент слияния. Меньше думать до. Просто начинать делать, и работа сама по себе пойдет. Да, это вообще такое немножко из восточной вот философии японской. У японцев есть такое, что вот путь важнее, чем цель. Поэтому они, знаете, там самурай, там благородный муж должен просто делать. Ну, вот такие какие-то вещи. И действительно, вот есть какая-то работа, значит, я просто ее должен делать в тот момент, когда я подумаю, что ну, мне это в какой-то степени невыносимо, я ее отложу. Но когда это будет, я вот посмотрим. Сколько буду делать, столько смогу. И так это помогает вот перейти к этой методичности. Потому что очень часто бывает так, что, ну, вот, что касаемо учебы, там, семинаров, все даже как студенты откладывают на последний момент, а потом начинается такой… В ночь перед экзаменом. Да. Если просто это делать не такими вот какими-то форсажными методами, а периодично, методично, но в небольшой доступной для себя ну, количество времени и форме. А, тобто не треба думати, от зараз я буду завтра цілий день працювати. Завтра я попрацюю десь, ну, 20 хвилин просто. Да, то есть, например, не на результате, а на времени. А результат все равно будет, потому что… То есть занимаемся таким лояльным самоконтролем, я да, хотіла сказати. Євген, дякую, що прийшли, дякую, що поділилися порадами. Я сподіваюся, всім було корисно, всі дізнаються, як не відволікатись на неважливі речі, як робити важливі речі. Євген Мосеєв, психотерапевт, дякую, що прийшли.